Это эфир. Это космический корабль. Возвращается с планеты, которая, мы надеялись, станет нашим будущим. Вот почему я должен связаться с ними. Пока еще не поздно. Эй, Санчес. Да? А может, чуть-чуть вдохновения? Веселитесь, ребятки. После двухлетней миссии мы возвращаемся с большим количеством ответов, нежели вопросов. Кроме того, что повис в воздухе. Сколько мы не выходили на связь с центром? 3 недели. Мы потеряли связь с НАСА и всеми остальными. Это просто глюк. Ты правда в это веришь? Я должен предупредить их об условиях на Земле. Вдохни поглубже. Там есть антенна, которая сильнее нашей. Нам надо дойти до этой антенны. Ответьте, меня кто-нибудь слышит? Но все-таки придется выйти наружу. Радар стоит на месте. Майя, отойди! Вы на связи? Доберемся до этой антенны, нас кто-нибудь услышит. Быстрее! Я думал, что потерял тебя. Мы дали обещание нашим семьям. Нас просят эвакуироваться. Я много размышлял о времени. Почему один человек проживает всю жизнь, а другой всего несколько лет? Эфир приема. Это обсерватория Барба. Вы меня слышите? Там есть кто-нибудь?